Добрый день. Меня зовут Шуров Василий Александрович. Я врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, главный врач клиники. Мы ведем тематический канал на Ютубе, выкладываем очень интересные статьи на Яндекс.Дзене. Все это мы делаем для вас, по вашим запросам. Я считаю одной из своих важнейших функций просветительскую, чтобы у людей был максимум информации о различных состояниях и о способах их преодоления. Сегодня мы разбираем также очень интересную тему, на мой взгляд, топ-3 мужских комплекса, связанных со внешностью. Могу сказать сразу, есть они практически у всех, я потом расскажу и свою историю. Мы очень часто бываем недовольны своей внешностью, но не существует человека, который бы на 100% был доволен своим внешним видом. Итак, пойдем по порядку. Первый комплекс, с которым я сталкиваюсь очень часто, это либо рост, либо вес. Человек недоволен своим лишним весом, считает себя толстым. Кто-то, наоборот, считает себя дистрофиком, излишне худым, сухостоем. Как правило, у таких людей с детства идут обидные прозвища, кликухи, как их в школе дразнили. Они все это помнят, заморачиваются, начинают использовать различные диеты, идти в спортзал. Но основное, конечно, это вот родители. Отношения родителей, вот эта критика родителей, непринятие родителями. И в кого ты у меня такой корявенький? Посмотри, какой у тебя стройный папа, а ты такой толстый, иди занимайся спортом, записывают в 10 секций. Вот с детства такого человека начинают тюкать и родители, как самые важные люди, которые остаются самыми важными на всю жизнь, и окружающие подростки, потому что, ну чего греха таить, дети очень злые. Если есть какой-то дефект, на основании этого дефекта будет кличка, и человека будут, вот, по крайней мере, все школьные годы его будут всячески жестко троллить. Рост, он меняется. Бывает, что школьные коротышки подрастают к периоду пубертата, но часть детей становится взрослыми с маленьким ростом. Тут еще надо признать, что у нас эволюционно идет акселерация, идет естественный отбор, так же, как и у других видов животных. Самки предпочитают крупных самцов, они ассоциируются с силой, с большим количеством ресурсов, поэтому маленькие начинают носить каблуки, большие там головные уборы, как вот, допустим, корона. Откуда взялась корона или что-то на голове? Это вот стремление визуально увеличить рост. То есть проблема маленького роста очень давно существует в человечестве, и по-разному ее пытаются решать. Основное – это вот возвыситься над другими. Короли, они всегда сидят на возвышении. Рост важен. И мужчина начинает комплексовать, некоторые доходят до операции, специальная ортопедическая обувь. По принципу гиперкомпенсации часто выбирают модельной внешности высоких женщин, что хотя бы высокая женщина рядом с ним будет, возможно, чего-то на него перейдет ее самооценка. То есть самоутверждаются по-разному, хотя я могу сказать в общем, что вот люди с низким ростом, с невысоким, они в силу вот этого своего стремления доказать окружающим свою значимость, очень много добиваются в жизни. Вот вспоминается исторический пример, когда Наполеону генерал сказал, что я выше тебя на целую голову. На что он ему ответил, я эту разницу сейчас могу убрать. И как бы больше никто про рост императору не говорил. И мы часто знаем, что очень многие исторические личности значимы, они были низкого роста. Потому что им изначально по жизни пришлось пробиваться, прикладывать большие усилия, связанные с этим комплексом, чтобы доказать окружающим, и вот они. Ну, с нашим временем параллели проводить не буду, но вы тоже можете прикинуть рост наших политических деятелей. Вы тоже увидите, что высокорослых среди них очень мало. Второй, не менее важный, а я бы даже сказал, наиболее распространенный мужской комплекс – это размер члена. Вот это соревнование, у кого пися больше, идет с детского возраста. Мальчики рассматривают друг друга в раздевалке, ходят в мужские бани, то есть видят взрослых мужиков, сравнивают себя, естественно, не в свою пользу. И троллинг начинается вот прям
с младших классов школы, все знают, у кого какой размер, делают на этом акцент. С возрастом просыпается интерес к порнографии. Там, надо признать, идет отбор актеров именно зачастую по размеру детородного органа. И тут ребенок видит сразу массу негативной информации. Во-первых, размер. Во-вторых, количество половых актов. То, что он моментально может удовлетворить женщину. Я потом, как сексолог, с людьми, насмотревшимися порнографией, разбираю, там формируется сразу масса комплексов, что человек моментально готов к сексу, может его 20 раз повторять без перерыва, у него огромный размер, женщина там от него кончает по 20 раз. Все это постановочное, частично спецэффекты. Мы все знаем, что эти актеры сидят на стимуляторах. Более того, некоторым даже в член колют сосудорасширяющие препараты, чтобы сделать кучу этих дублей. Но со стороны это выглядит очень эффектно. Плюс еще работа оператора, определенные ракурсы, определенная игра света. И вот у человека формируется тяжелейший комплекс. Он сравнил себя с папой, с взрослым мужиком, сравнил себя со сверстниками. Возраст идет, ничего у него не вырастает, все то же самое осталось. И формируется тяжелый комплекс вот такого общественного туалета. Он все время, стоя у писсуара, смотрит сбоку в надежде, что у кого-то меньше, чем у него. Тут еще надо понимать оптические иллюзии, что вид сверху, он всегда меньше, чем вид сбоку. Но эти нюансы никто никогда не учитывает. И в итоге формируется очень тяжелый комплекс, когда человек не может развивать нормальные отношения, не может доводить их до секса, он просто сбегает. Предпочитает общение с проститутками, которым, собственно, за деньги все равно. Может быть, даже лучше. Чем меньше, тем им спокойней. Поэтому и в итоге уже страдает возможность сформировать семью. Самооценка всегда очень низкая. Человек избегает каких-то бань общественных. Сейчас сразу перейду к истории, расскажу, чтобы не забыть. Вот вспомнил, пришел парень, вроде бы пошел на спорт, хорошие спортивные задатки, в спортзал, но резко все бросил. Оброс жиром, депрессия, проблемы с девочками. Я говорю, что ты при такой генетике, зачем ты забросил зал? У тебя очень хорошая фигура. А вот это именно сауна, поход в душ, сравнение себя с остальными. То есть он смотрел и вдруг понял, что мышцы-то он накачает, а все остальное там не изменится. И поэтому он всем проигрывает, он закомплексовал, он просто стал избегать ситуаций, где он сможет себя сравнивать. Хотя на самом деле потом поговорили, у него совершенно стандартные размеры. Это вот с детства сложилось вот это представление, посравнивал себя и окончательно даже отказался от спорта, потерял форму. Пришлось заниматься психотерапией, даже я ему статистику показал, чтобы он почитал этот размерный ряд. И человек просто успокоился, да, у него хороший европейский размер, ну как бы. Всегда можно найти с кем себя сравнить не в свою пользу, но вопрос зачем? Вы же не собираетесь идти в порноиндустрию или там осеменять кобыл. Поэтому зачем? Какой в этом смысл? Главное — умение владеть, использование техники, прелюдия, доверительные отношения с партнершей, желание доставить ей удовольствие зачастую важнее, чем размер члена. В качестве психотерапии с такими пациентами я работаю над принятием себя. Большой или маленький член не является заслугой человека, так же, как его национальность, пол. Это то, что от вас не зависит. Скажу более, в топ-3 женских предпочтений, как они выбирают партнера для долгосрочных отношений, для семьи, размер члена не входит. Когда есть любовь, когда есть интеллектуальная близость, людям хорошо вместе, член уходит на 10-й план. Если заходит разговор о размере члена, о претензиях по размеру члена, значит, все остальное тоже плохо. Это будет просто последний аргумент в разговоре женщины. Еще и член у тебя маленький. Они часто манипулируют самооценкой мужчин, тоже как-то скептически рассуждая о размерах члена. Но это глупые
неделикатные женщины, ни одна нормальная женщина вот по такой болевой точке бить не станет. Сформировавшаяся вот эта цепочка с детских лет, маленькие, недостойные счастья, это все относится к негативным стереотипам, комплексам, к установкам. Это все разбирается на психотерапии, человек принимает себя. Мы понимаем, что он очень хороший человек, он прекрасный отец, замечательный семьянин. У него нормальные отношения с женой, хорошие. Все остальное он нафантазировал себе сам. Ему никто даже прямым текстом не предъявлял претензий, что у него что-то маленькое. Это является результатом патологических установок. И точно так же, как человек в них убедился, потихонечку это разубеждается путем анализа статистики, путем разбора этих травматических ситуаций, когда у него это сформировалось, это убеждение, что там, ну, тебя дети дразнили, что ты хочешь от 10-летних подростков? Какие они являются экспертами в этой области? Вот ты сейчас разговариваешь со специалистом, я тебе говорю, что у тебя все нормально, все соответствует. И как ни странно, по моим наблюдениям, на третьем месте стоит живот. Мужчины очень комплексуют по поводу живота. С чем это может быть связано? Ну, конечно, это выглядит не сексуально. Большой живот. Я вообще хочу сказать, что все комплексы, связанные со внешностью, это очень часто про секс. Это про привлекательность. Потому что, например, когда я набираю вес, мне тоже кажется, что моя сексуальность упала, что я менее привлекателен для моей жены, что ее раздражает, что я быстрее потею, что я могу храпеть ночью. Я тут же начинаю убирать просто этот лишний вес. Есть какие-то объективные критерии, есть субъективные. И с животом та же самая история. Мужчины сами очень жестко иронизируют на эту тему, называют это зеркальной болезнью, что теперь член он может увидеть только в зеркало. Действительно, крайне неудобно заниматься сексом с большим животом. Это еще и очень вредно, потому что большой живот – это метаболический синдром, это нарушенная толерантность к глюкозе, высокий холестерин, высокое давление. Как половой партнер, конечно, такой мужчина, ну, уже не тянет, надо честно признать. Плюс вот это ожирение дает высокий уровень эстрогенов, снижается тестостерон, страдает либидо, в итоге замкнутый круг. Это и внешне выглядит неэстетично, и ведет к ухудшению половой жизни, и человек совершенно справедливо от этого пытается избавиться, но, на мой взгляд, это нужно делать не методом пластических операций. Пластические операции разрушают здоровье, это наркозная нагрузка, это хирургическое вмешательство. Надо просто садиться на диету, ставить себе четкие планы. Мы же как хотим? Вот ты вот такой живот растил годами, а завтра ты хочешь кубики пресса. Ну, хотя бы чисто теоретически задуматься, что в обратном порядке ты должен хотя бы, ну, может быть, в два раза быстрее, но не резко. Потому что в организме все резко, это нарушается гормональный уровень, и точно так же резко ты срываешься. Вот ты получил, что хотел, расслабился, и точно так же ты опять этот живот наел. Откуда это идет? У многих из детских лет, если ребенок с лишним весом, родители им недовольны, у тебя щеки, у тебя живот, школьные товарищи тоже не отстают, да ты там Винни-Пух, жирдяй. Особенно тяжело этим детям на физкультуре, у нас нормативы, кросс они пробежать не могут, подтягиваться не могут, все над ним начинают смеяться, в раздевалке вот эти все складки начинают обсуждать, тыкать в ребенка, и формируется очень тяжелый комплекс, связанный с лишним весом, с животом. Но став взрослым, это уже не школа. Извините, уже никто тебя так критиковать не сможет, не решится. Человек начинает критиковать себя сам. Сам себя начинает рассматривать в зеркало. Сам себя начинает сравнивать с другими в спортзале. Собирать эти складки, мерить талию, читать журналы, смотреть там ролики с этими спортсменами. Я всегда объясняю, он в этой форме один месяц в году, после жесточайшей сушки, после суперинтервальных тренировок. Да, у него все 8 кубов, но он сделал
10 фотосессий, и он год их выкладывает. А вы посмотрите, как его поймали папарацци в межтренировочный период. Какой у него живот, в конце концов. Все остальное. А вы увидели снимок на пике формы, и все, он вам покоя не дает, вы не спите, у вас комплекс Адониса. Естественно, вы себя сравниваете с профессиональными спортсменами, можно с олимпийскими богами себя сравнить, выбрать статую Зевса или статую Геракла. Это все мир фантазии и грез. Здесь надо объективно опуститься на землю, принять уже себя, избавиться от этих родительских предрассудков. Нету внешней референции. От внешности очень мало чего зависит. Человек – это совокупность характеристик. Это и характер, и интеллект, и его жизненные установки. Если бы у нас только внешностью все определялось, у нас самые красивые люди бы доминировали в обществе, а все остальные занимали совсем другое положение. А посмотрите, как в жизни происходит. Поэтому прекратите комплексовать по поводу внешности. Если вы не можете остановить, значит, вы честно идете к психотерапевту, и мы все это с вами прорабатываем. Хочется подытожить. Попытки какими-то внешними средствами исправить самооценку, они обречены на провал, потому что комплекс – это ваши психические установки. Вы можете удлинить ноги на 20 сантиметров, срастить их через Z-образные переломы. Вы можете там провести 20 липосакций, что угодно вкачать себе в член, окончательно убив его функцию. Да, он у вас будет большой, но он не будет рабочий. Сплошь и рядом эти ситуации, когда хирург что-то там не то перерезал, не туда закачали. Часто это какие-то самостоятельные эксперименты вообще. В классическое членовредительство. У меня другого слова нет. Миллион историй, связанных с членовредительством. Я молчу уже про эти армейские практики или тюремные, когда там и шарики туда закатывают, и вазелин, и специальным образом разрезают, чтобы он менял форму. Ну, у людей масса свободного времени, нет доступа к женщинам. Я могу предположить, что это такая форма сублимации путем разрушения собственных половых органов. Ну, очевидно, это как-то им позволяет скоротать время, хотя последствия потом чудовищные на всю жизнь. Люди искренне жалеют, плачут в этом кабинете, рассказывают, какие они были идиоты. Ну, не все вещи в этой жизни поправимы. Та же самая история с животом, какие-то массивные липосакции, постоянное обертывание в различные пленки, неопреновые пояса, все это... Кожа страдает, чудовищное раздражение. В итоге, даже если человеку удается похудеть, это настолько кратковременный результат, потому что он внутри головы не изменился, он себя не принял. Он перевел это в контр какое-то состояние, на зубах подержался, может быть, там фоток поделал. В итоге происходит срыв, и точно так же еще больше набирается вес. Только еще к этому присоединяется полный гормональный сбой. Человека еще я вынужден отправлять к эндокринологу, чтобы хоть как-то выровнять его по гормонам. У человека полное неверие в свои силы. Вот он практически прикоснулся к этому результату. И опять очень большой откат. С ним приходится долго заниматься психотерапевтически, поднимать ему самооценку, работать с принятием себя. Поменяйтесь внутри, поменяйтесь психологически, и внешние изменения произойдут сами собой, гармоничные. А даже если вы и не получите эти 8 кубиков на прессе, у вас будет самооценка такая, как будто их 12 или 20. Поверьте мне, по поводу кубиков загоняетесь только вы. Спросите любую женщину, они просто посмеются в плане кубиков на прессе. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме топ-3 мужских комплексов, связанных с внешностью, звоните круглосуточно, мы вам обязательно поможем, подскажем. Очень жду от вас обратных историй, потому что и сам, честно признался, очень сильно загоняюсь по поводу веса. И я не знаю ни одного человека, который был бы идеально доволен
своей внешностью, своим весом, ростом, размером члена. Поэтому давайте даже так вот приколемся. Напишите, кто чем недоволен в своем теле. Может быть, кто-то сможет какую-то очень оригинальную часть тела написать. И мы все просто за него порадуемся, что у него так все хорошо, и вот он недоволен только этим. Предвижу ваше любопытство к моей скромной персоне. Вес у меня по-прежнему лишний, я вешу 95 килограмм, а рост у меня 1,76 м. Остальные параметры скроем.